Яркие пары и незабываемые ритмы аргентинского танго смогли увидеть и услышать саратовцы. На сцене актового зала экономического университета стартовал международный фестиваль зажигательного аргентинского танго. В Саратов приехали гости из 8 городов России, а также из Европы. В программе танцы в исполнении мировых звезд и мастер-классы от аргентинских маэстро. К участию в фестивале хотят привлечь всех, кто хочет выучить неповторимый язык чувственного танго. Аргентинское танго – это танец для простых людей. Здесь не требуется никакая подготовка. Здесь нет даже таких заученных движений. То есть аргентинское танго – это полностью импровизация. То есть это самовыражение человека. Мы хотим сделать этот фестиваль постоянным. Надеемся, что так и будет.